18 ноября отмечают Всемирный день философии. Именно в этот день на базе Юргу провели круглый стол, посвященный организации и сопровождению туристических философских маршрутов различной глубины и сложности на территории России. Сергей Борисов, директор научного центра практической и прикладной философии Юргу, модератор и основной докладчик, признается, что идея создать подобные маршруты пришла, поскольку именно во время созерцания природы и туристических походов приходят многие философские мысли. Дело в том, что за запрос на философию именно в таком неинституциональном аспекте, то есть не просто как на учебную дисциплину, он широк. Вот почему. Потому что люди все-таки интересуются теми мировоззренческими вопросами, которые не всегда есть возможность обсудить в условиях изучения учебных предметов той же философии. И получается, что люди носят в себе определенные такие мысли, переживания, но нет соответствующей среды и возможностями этими мыслями и переживаниями поделиться с кем-то. А тут мы можем создать для этого все необходимые условия. На круглом столе спикерам предложили порассуждать на темы, связанные с функционированием философских маршрутов для разных возрастных групп, проведением мероприятий, организацией инфраструктуры. Именно в групповом рассуждении рождается истина, полагает Сергей Борисов. То есть мы не дискутируем, мы не выступаем с какими-то докладами, не ведем какие-то ожесточенные споры, нет. Цель другая. Цель как раз поделиться своими глубокими суждениями, найти понимание, созвучие, и тем самым открыть для себя что-то новое, потому что многие люди всерьез над этим не задумываются, а когда им такого рода мысли приходят в голову, они считают их какими-то странными, непонятными, и, возможно, они считают, что он сам странный. Если другие об этом не задумаются, он почему-то задумается. А тут мы, скажем, такие странные, собрались вместе и просто-напросто расширили для себя горизонт понимания мира. На площадке ЮРГУ в рамках проекта «Дни философии на Южном Урале» пройдут и другие мероприятия. Подробную информацию можно узнать в официальной группе ЮРГУ ВКонтакте.